Ну что, ребят, всем привет, снова я, снова вы, это мое новое видео по Call of Duty Warzone, и сегодня у нас патч аж на 17 гигов, если вы играете с ПК, на десяточку, по-моему, если вы играете с консоли. Так вот, есть один небольшой вопрос. Во-первых, кот, почему ты пришел сразу тереться об мой микрофон? А во-вторых, что, собственно, добавили в этом патче? Ля, ребята, совсем забыл, у этого видео есть спонсор, и спонсор этого видео RobDS, Илюха, который хочет стать стримером. Как вы видите, играет с подписчиками, играет агрессивно, адекватно. И что самое главное, как бы, видимо, без мата, потому что я видел у него на фоне дочурку. Вот. Так что всем ценителям контента обязательно по ссылочке в описании переходите к Илюхе, порадуйте старого. Вчера у нас вышел припатч, нам рассказали, что, собственно, тут изменится, давайте посмотрим. Ну, в первую очередь, основное, так скажем, это то, что пофиксили Infinity Steam Glitch. Infinity Steam Glitch — это, соответственно, баг, который связан с тем, что чуваки сидят за зоной, пыхают зону и, соответственно, там живут очень-очень долго, потому что у них не кончаются шприцы. Дальше пофиксили награду опыта за reward XP reward of Kingslayer mod. То есть, по-моему, либо уменьшили, либо увеличили. Короче, уравняли все это дело с Верданском. Теперь XP получается примерно столько же, как если бы вы просто играли в Верданске. Дальше, главное, наверное, этого патча, помимо того, что избавили нас от пыхальщиков за зоной, это, соответственно, тайминги перезарядки на новом оружии. Вы могли, наверное, заметить, что если вы выстреливаете все пульки из магазина... Кот, блин! Если вы выстреливаете все пульки из оружия, любого КВшного оружия, которое новое добавили, то он перезаряжается очень-очень долго. И даже несмотря на то, что анимация уже закончилась, бывает, даешь спринт после перезарядки, она сбрасывается, из-за чего вы, наверное, не раз умирали. Ну, по крайней мере, я пару раз точно помирал из-за этого. Вот. Также была проблема с тем, что ты используешь усиленные патроны, которые как раз-таки сбивали до нуля количество патронов и заряжали. И тоже там тайминг был идиотский совершенно. Так вот, это должны были поправить. Дальше нам исправили миссии для оператора Стича. Это же Шов. Так что, возможно, у всех тех, у кого были проблемы с тем, что, соответственно, засчитываются или не засчитываются миссии на Шва, это было пофикшено. Дальше в оружейнике исправлен визуальный баг на кувалду. В казармах нам добавили фиксит, какие-то там штуки с хай-левел престижами. Неважно совершенно, я считаю, это никак не касается игры. По большому счету, абсолютно-абсолютно неважно. Также в магазине убрали пропуски уровней для Modern Warfare бандлов, потому что там, видимо, сейчас просто нет Battle Pass как такового. Ты качаешь левел Battle Pass для Warzone и для Cold War. Исправлены также какие-то мелкие штуки. И исправлен баг, который вызывал краш игры. Так что, возможно, если у вас были какие-то краши, то сейчас этих крашей быть не должно. Весит патч 17 гигов. И если честно, я удивлен тому, что не добавили ничего. То есть, если вы сейчас зайдете в игру, единственное, что вы заметите, что в топ-1 нет чувака, который сидит за зоной и пихает в себя шприцы. Это самое, наверное, глобальная вещь, которую добавили. Все остальное, ну, это очень-очень минорные изменения. Надеюсь, в ближайшие дни хоть что-то добавят. Я не знаю, ну, патч 17 гигов, ребят. 17 гигов, это невероятно. Ну, а что было дальше? Смотрите, дальше идет, соответственно, нарезочка. Вот, приходите на Twitch. Мы на Твиче стримим каждый день, сейчас утром. А онлайн меня очень-очень радует, много людей меня поддержит. Мы в основном смотрим за рандомами и, соответственно, ставим на них жоп-часы. А первый, кто нафармит 500 тысяч жоп-часов, получит доставочку еды от меня. Ну, такие дела. Приходите. Ссылочка в описании. Поехали. Королевская битва. Королевская битва. Ничего, тоже нет арморок.
хз, это бред ебаный. Здесь просто бывают катки, когда нет арморок. Я открыл два красных ящика, и с них не упали, не упали арморки. Рофлишь? У них, я не знаю, у них этот мили-атака, она на этом стоит? На триггере на каком-то или чё? На поле боя, но я слышал. Твоя, солдат, разберись с этой сволочью. Ты как следует, готовься к возвращению в бой. Братан, это у всех так. Ага. Меточки на ТТВ челиков. Ага. Держи в курсе. Ты, блядь, рофлишь? Я не знаю, ребят, это невозможно. Гениально. Над нами вражеский ППЛА. Там стоит тачка моя. Внимание, у ППЛА топливо на исходе. Иду. Запрашиваю на разведку. ППЛА входит в район операции. Блять. Я додич. Ты что нахуй тут делаешь? Нет, это я просто хуёво отыгрываю, ребят. Это просто я хуёвый. На самом деле. Над нами вражеский ППЛА. Противник отслеживает вас. Прочитано. Внимание, газ. Найдена новая безопасная зона. Запрашиваю разведку с воздуха. ППЛА входит в район операции. Разведка с комплектом уже в пути.
Что думаете, каков шанс? Ой. На самом деле большой шанс, что здесь чел сидит. Ага. Так, а где, может быть? Газ приближается. Отключаю безопасную зону. А! Короче, с той стороны где-то у меня чел смотрит. Зона отмечена. Высылай. Я шумаю три. Вас понял. Захожу на шею. Да, он там что-то сломал. В лес РНГ, только вот, блядь, не перед дверью. Чел на голове. Газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Ебаная маска. Ты сможешь. Понял. Авиаудар противника в укрытие. Там чел. Там чел в багнутом костюме.